Привет всем, кто смотрит наш канал Start Android. Я Виталий Непочатов. Сегодня хочу поделиться с вами некоторыми мыслями по поводу обучения разработки. Наверняка вы уже поняли, что процесс создания мобильных приложений требует знаний не только языка Java и API Android. Нужно еще разбираться во многих других смежных технологиях и языках. И речь не только об XML или JSON. Если вы создаете приложение клиент для какого-либо сайта или онлайн-сервиса, не лишним будет хотя бы поверхностно знать HTML и PHP, понимать, как работает бэкэнд и происходит взаимодействие с базами данных на сервере. Я уже не говорю о знании принципов проектирования пользовательских интерфейсов. Это must-have для любого разработчика. И неважно, создаете вы сайт, онлайн-сервис, игру или настольное или мобильное приложение. В этом видео я предлагаю небольшой обзор курсов по смежным темам, которые могут быть полезны вам как разработчикам. Ни для кого не секрет, что за хорошее знание нужно платить, поэтому курсы, о которых пойдет речь, не бесплатны. Но в конце видео вы узнаете о том, как получить скидки на них. Недавно я нашел в сети интересный обучающий портал Netologia, который позиционирует себя как онлайн-университет подготовки специалистов для IT. Оно и понятно, на сайте более 20 обучающих программ, и только за последний год они выдали более 4000 дипломов. Университет Netologia предлагает учебные программы и курсы по разработке, программированию, дизайну интерфейсов и другим направлениям с участием ведущих специалистов известных компаний, таких как Лаборатория Касперского, Rambler, Mail.ru, Alpha Mobile, Nota Media, Alpha Bank, Webzilla и так далее. Здесь за 2 месяца вы сможете освоить одно из направлений и получить диплом, подтверждающий ваши знания. Согласно исследованиям аналитического агентства Tagline в 2014 и 2015 годах, диплом Netologia высоко ценится работодателями. По ссылке в описании этого видео можно ознакомиться с планом любого учебного курса, чтобы понять, какие знания вы получите после его прохождения и какие дополнительные навыки сможете добавить к своему резюме. Кстати, если у вас еще нет резюме, после успешного окончания курса преподаватели помогут вам в его составлении и даже рекомендуют вас потенциальным работодателям. Курсы построены в виде онлайн-вебинаров и самостоятельных практических заданий, правильность выполнения которых проверяет преподаватель. Все задания касаются реальных проектов. Таким образом, вы получите ценный опыт и навыки командной работы. По прохождении вы готовите дипломный проект, защитив который, получаете диплом университета Netologia. Под этим видео вы найдете перечень курсов со ссылками на них, чтобы ознакомиться подробнее. Я хочу отдельно остановиться на 2 наиболее интересных и полезных, на мой взгляд, курсах Netologia. Первый. Гибкие методологии разработки. Scrum, Kanban, внедрение изменений. Этот курс познакомит вас с историей развития подходов к разработке программного обеспечения, основными принципами и инструментами разработки, а также даст вам такие навыки. Управление разработкой продукта, построение процесса от появления идеи до поставки ее реализации конечному пользователю, управление процессами по Scrum Framework и планирование работы в Kanban. Второе еще интереснее. Проектирование интерфейсов, UX-дизайн от стратегии до тестирования. Помимо проектирования и дизайна, научит вас таким важным вещам, как сбор и анализ данных о конечном пользователе, стратегия управления пользовательским опытом и оценка качества пользовательских интерфейсов. Перечень полученных навыков впечатляет. Проектирование интерфейсов, прототипирование, юзабилити исследования, анализ пользовательских предпочтений, аналитика рынка, бизнес-аналитика, выстраивание информационной архитектуры проекта, построение Customer Journey Mapping, опыт командной работы. Это далеко не все курсы и обучающие программы, которые можно посмотреть на сайте netology.ru. Ссылка есть под видео. Канал Start Android совместно с университетом Netologia проводит акцию. Для всех подписчиков нашего канала предусмотрена скидка 2000 рублей на любой курс по специальному промокоду. Чтобы получить промокод и воспользоваться скидкой, поставьте лайк под этим видео и перейдите по ссылке в описании. При использовании нашего промокода вы получаете скидку в размере 2000 рублей на любой курс университета Netologia. А если вы оплатите курс, но после 2 занятий поймете, что он вам не подходит, Netologia вернет полную стоимость обучения. Я надеюсь, эта информация была для вас полезной.
Увидимся в следующих уроках. С вами был Виталий Непочатов. Всем добра!